Владимир Владимирович, обращаются к вам работники, бывшие и настоящие, Саратовского акционерного производства коммерческого общества «Нефтемаш». Постоянно нарушаются трудовые права работников с июля 2020 года по настоящее время. То есть уже на протяжении года зарплата не выплачивается вообще. Предприятие имеет задолженность свыше 31 миллиона рублей перед 267 работниками. Мы уже трижды обращались к вам с письменными заявлениями по этому поводу. До сих пор никто не может справиться с этой ситуацией. Мы продолжаем получать отписки. До настоящего времени руководитель завода не привлечен к уголовной ответственности за нарушение сроков выплаты заработной платы. Убедительно просим вас вмешаться в решение нашей проблемы. Мы доведены до крайности. В настоящее время готовим уведомление в органы исполнительной власти области о проведении митинга. Скажите нам, что нам еще надо сделать, чтобы получить свою зарплату?